А в реабилитационном центре Пышма сегодня стартовал молодежный форум «Общество слепых. Будущее за нами». Его участниками стали более 50 незрячих людей. Сегодня официальная часть. Для инвалидов организовали сразу несколько круглых столов. Обсуждались возможности трудоустройства, доступная среда и юридические нюансы получения пособий. Завтра начнут работать тематические площадки. Молодежи расскажут о новых технических возможностях, презентуют спортивные и настольные игры для незрячих. В целом направлен форум на то, чтобы ознакомить молодых людей с возможностями. И, в общем-то, мы постарались вытащить тех молодых людей, которые у нас пока нигде себя не проявляют, пока они не перешагнули вот этот вот барьер своей, может быть, слепоты или слабовидения, не перешагнули. Мы постарались вытащить вот таких и показать им возможности, как можно себя реализовать.